Валерий Ком. Жоржан, джаз, блюз, рок. Все блюзо, вали. Концепцию, повторяю, живого Бога никак не могут понять. Многие считают, что это миф. Многие считают, что это легенда, это сказки. Бог жив. Понимаете? Бог жив. Истинный Бог Иисус Христос. Это наш Спаситель, понимаете? Так ничего удивительного, зазорного в этом нет, что я его сын. Понимаете? Он меня воспитывает. 15 лет, повторяю, конкретно говорю, можете снимать. Я даже насморком не болею. 15 лет он из меня сделал зверя. И не только в этом отношении, в музыкальном отношении. Теперь, мои дела в Армении никак не идут. Я не постыжусь того, конкретно говорю, я уже 2 месяца сплю в подъездах. В подъездах, на крышах я ночую. Как это случилось? А до этого? Не дают мне работы. Не дают. Где вы жили до этого? До этого я жил в Черемушках, моя мама скончалась. Теперь этот дом я передал своему старшему сыну. Одна комната, он женат, извините, с молодой невесткой в одной комнате. Но не дают мне работы. Я не хочу ничего плохого сказать. Люди по каким-то соображениям мне не дают работать. Теперь как мне жить? Я маэстро. Все говорят, вы маэстро с большой буквы. На этом все завершается. Комплименты делать мы гораздо, а, скажем, помочь устроиться на работу, это не вариант. И почему мне помогать, когда я не инвалид, не дебил какой-нибудь, не псевдомузыкант? Да? Я мощный музыкант. Ребята, вот сегодня я сейчас с вами беседую. Через 2 часа я буду ночевать рядом с мусоропроводом. Я конкретно ищу спонсора, который, сделав на меня ставку, это очень серьезное заявление, станет миллионером автоматически. Я агрессор, захватчик, ангел я и очень злой. Ты меня забрось в Англию, Англия моя. Забрось в Америку, Америку потоплю к чертовой матери. Я говорю, я это сделаю. Очень многие говорят, ага. У дяди Гриши шиза пошла. Как может у дяди Гриши пойти шиза, когда я закончил в Нью-Йорке магистратуру психоанализа и сам занимаюсь очень тяжело больными людьми? Это уже исключено. У меня сверхлогика. Не может смертно этого понять. Я никого не виню. Вот и все. И вот странные, интересные люди живут в нашем маленьком, таком неказистом городе. А ведь казалось бы, а бывает и такое? Бывает и такое, а мы проходим мимо и даже не замечаем. Может, стоит приглядеться? По крайней мере, это интересно. Специально для радио «Аврора». Thank you.
Thank you.